Надеюсь, что вам нравится передача из серии «Божий генерал и исцеляющие евангелисты». Как у нас говорят, все лучше остается напоследок. Сегодня я поговорю о своей любимице, потому что еще маленьким мальчиком я имел честь побывать на двух ее собраниях. Я был на собрании в Мэви и в Тулсе, штат Оклахома, и видел мисс Кульман на сцене, где находилась в своем белом платье. Она начинала говорить, а через полчаса начинала плакать. И потом я видел, как люди вставали со своих колясок и ходили вдоль проходов, как мы можем вставать со стула, не имея никаких физических недостатков. Они просто вставали и начинали ходить. Неожиданно на три ряда назад от меня женщина, слепая на один глаз, встала и начала кричать изо всех сил. Я снова вижу. Мисс Кульман сказала: «Выходите, расскажите нам, что вы увидели». Я помню, как эта женщина со своей подругой вышла по проходу кафедры и засвидетельствовала об исцелении. Я помню, как я сидел там 4.5 часа, будучи еще ребенком, наблюдая и запоминая то, что я видел и слышал. Это было одним из феноменальнейших служений в моей жизни. Когда я начал собирать материал для Божьего генерала, я начал собирать книги и различные вещи, принадлежавшие мисс Кульман. И начал находить людей, бывших на ее собраниях, служивших ашерами на ее собраниях, и также встречал людей, знавших ее лично. Я видел общее, что было во всех этих людях. Это преданность, которую я редко встречал среди работников других служений. Но я видел ее среди ее сотрудников. Также я видел людей, которым не просто платили за их работу, но которые служили на ее собраниях ашерами или продавали книги. До сего дня они уважительно называются мисс Кульман. Они не позволяют никому негативно говорить о ней. Они сразу же отреагируют, если вы начнете отзываться о ней негативно, попросят вас помолчать и не критиковать одного из величайших божьих служителей. Жизнь Катрин Кульман началась на Среднем Западе, в штате Миссури, в маленьком городке Конкордия. Несколько лет назад я имел честь проповедовать неподалеку оттуда, после чего я решил поехать в этот маленький городок. Катрин Кульман называла его городом на перекрестке. Вы глазом не успеете моргнуть, как проедете весь город. Такой же он маленький. Ее отец был несколько лет мэром этого городка, и в этом городе находилась методистская церковь, где Катрин Кульман получила рождение свыше. Рождение свыше она получила не так, как многие из нас, сидя с кем-то, ведущим нас в молитве. Она сидела на заднем ряду, когда служение уже подходило к концу, и внезапно Божья сила зашла на нее, так что она начала плакать. Затем ее начало трясти, и так что она не могла устоять. Она рассказывала, что не знала, что ей делать. Она не знала, что делать, когда Божье помазание было на ней. И она встала со своей скамьи на заднем ряду и прошла по проходу вперед и стала на колени перед алтарем. Все женщины, сидевшие рядом с ней в церкви поблизости, встали, подошли и окружили ее. Они говорили, что все будет хорошо, но с ней было все в порядке. Кто-то рассказывал мне, что она была очень серьезной девушкой, и они должны были знать, что она девушка строгих нравов. А она говорила, что тогда они не поняли, что она приняла Христа как своего Спасителя. Она рассказывала: «Я вышла из этого собрания в полдень и пошла домой, чтобы повидать своего отца. Отец имел сильнейшее влияние на ее жизнь. Она обожала его. Мать занималась ее воспитанием, а отец всегда был утешителем для нее. Поэтому, когда умер отец, тогда всю любовь, которую она имела к своему земному отцу, она посвятила Отцу Небесному. Вот почему у них были такие прекрасные отношения, что она могла буквально зрительно видеть его на сцене во время своих собраний, когда разговаривала с Богом Отцом и со своим лучшим другом Духом Святым». В тот день Катрин Кульман шла домой и рассказывала, что небо было необычайно голубым, а птицы пели необычайно громко, и все это выглядело необычно ярким. Она пришла к своему отцу, бросилась к нему в объятия, обняла его и сказала: «Папа, я сегодня нашла Господа». Все, что он ответил ей, было: «Это хорошо, Катрин». Катрин всегда думала, что ее отец так и не понял, что произошло в тот день. Спустя много лет ей позвонили, когда она уже была пастором в Колорадо, и сообщили, что ее отец умирает. И попросили быстро приехать. Катрин села в машину, поехала в Канзас по дороге в Миссури. Она с трудом добралась туда, и когда приехала, ее отец был уже мертв. Всю свою жизнь она не знала, был ли он рожден свыше или нет, но она надеялась, что однажды увидится с ним на небесах. Катрин Кульман никогда не заканчивала средней школы. Ее сестра вышла замуж за путешествующего евангелиста по фамилии Перет. И они много путешествовали. Катрин могла путешествовать вместе с ними и нянчить их детей. Но когда она увидела,
что у них не хватает средств для поддержания жизни ее жены и мужа, даже и Катрин, которая вела хозяйство в семье. Им пришлось вернуться. Потом, вернувшись к себе домой, мисс Кульман решает, что она будет ездить и проповедовать самостоятельно. Она нашла людей, которые ездили вместе с ней и верили ей. Она была молодой девушкой, очень высокой. Она начала проповедовать в городах штатов Айдахо, Невада, Миссури, и в разных местах на Среднем Западе, а также на Западном побережье. Она не собирала много людей. По ее словам, их было относительно немного на собрание. Она говорила, что спасение было единственным, что она знала. Поэтому много раз, когда она шла куда-то, она хотела одного, чтобы каждый получил спасение. Даже те, кто говорил, что спасение, она заставляла принимать спасение по-новому, чтобы быть уверенной в этом. Она рассказывала, что ей приходилось ночевать в курятниках и амбарах. У нее не было денег на гостиницу. Начало служения мисс Кульман было совсем не похоже на то, как мы представляем ее сегодня. Это была незамужняя женщина-евангелистка, напоминавшая собой подростка. Когда-то она приехала в прекрасный город Денвер, в штате Колорадо. Она проводила там собрание в течение нескольких дней. Там присутствовали 400 человек, и очень многие из них получили спасение. Ее спрашивали: «Мисс Кульман, не можете ли вы остаться с нами?» Она многие годы никогда не находилась в церкви с количеством больше 2000 человек. Тогда же в церкви в Денвере было 3000 человек, а может быть и больше. Она проповедовала, и ее проповеди привлекали людей в ее церковь. Она стала одной из самых влиятельных фигур Денвера, штат Колорадо. То, что мы нашли для вас, не требует особых объяснений. Это небольшой фильм о мисс Кульман во время служения чудес в Эйнхайме, штат Калифорния. Затем я продолжу и расскажу вам окончание истории. А сейчас я хочу, чтобы вы перенеслись на служение чудес в зал собрания в Эйнхайме на юге Калифорнии. Пусть ни мужчина, ни женщина, ни ребенок в этом месте поклонения не смотрят на твоего слугу. Двигайся над этими людьми. Я прошу тебя, Дух Святой, скажи совершенными устами, тысячами языков. Скажи, как нам жить в этом переживании, которое мы знаем, что приходит от Тебя? Сойди на них, Дух Святой, на всех этих людей, и дай им глубокое духовное откровение, когда мы в твоем присутствии. Дайте мне еще минуту, чтобы проверить звук перед тем, как Джимми будет петь, потому что я хочу услышать каждое слово. Кто из вас в этом зале не могут слышать, скажите аминь. А как вы поняли, что я сказал? Покажите мне еще, сколько вас тут. Я не испугаюсь ничего. Покажите еще раз, сколько вас тут. Или здесь вы только в одном секторе? А теперь-то вы слышите? Только один человек услышал. Похоже, мне придется молиться сегодня за всех остальных. А впрочем, мне не важно, слышать то или нет, лишь бы вы чувствовали, как Дух Святой наполняет это место. Его присутствие для нас важнее. Вы знаете, что сегодня Джимми будет с нами. Вы знаете, что он придет. Я сегодня еще не видела Джимми. Я по телефону сказала: «Джимми, у меня из-за тебя когда-нибудь будет плохо сердце». Потому что он всегда прилетает последним рейсом. Джимми, ты здесь? Джимми снова нет. Я скажу вам нечто. Когда Иисус будет забирать церковь, Джимми будет последним, кто вознесется на небо. Есть нечто в характере Джимми, он может говорить на многие темы из Писания. Но когда
но никогда не волнуется о том, как он попадет на небеса. Он может попасть туда с небольшим опозданием, но он все равно будет там. А вот и он, Джимми Макдоналд. Иди сюда, Джимми. Как дела у тебя? Это благословенный человек. Подарите ему большие аплодисменты. Он как река, напояющая все живое. И земли приносят плод славы. Везде, куда я смотрю, я вижу твою славу. В твоем слове я нахожу пищу для моей души. Она будет разбит, и наступит торжество. Мы имеем благословенную уверенность в этом. Торжествуй же все творение. Святая кровь пролита за тебя. В твоем слове я нахожу подкрепление для своего духа. Часть меня. Я не иду в ад, но меня ждут небеса. Моя душа радуется и торжествует. Придет день, когда сатана будет повергнут, и весь ветхий мир сгорит, как солома. Ты придешь и воссядешь, как царь над землей, как ты сегодня царишь на престоле моей души.
Всех нас интересует, в какое время мы живем. Вы ищете, кто может это рассказать вам? Где бы мы ни жили, на западном побережье, или на восточном побережье, или в другой части мира, кто бы вы ни были, политик, бизнесмен, или человек с улицы, кто бы вы ни были, вы чувствуете неуверенность в будущем. Если вы действительно хотите узнать, что случится в будущем, тогда, друг мой, обратись к Божьему Слову. Только в Слове вы найдете это. Теперь мир стоит на пороге величайших страданий, которые только были. Библия говорит, что это период скорби, которой не было ни в одно поколение людей. Эти страдания и скорбь ожидают нас в будущем. Это быстро приближается. Люди стоят как пешки на шахматной доске. Мы живем во время, которое Бог называет преддверием великих событий. Сегодня в мире нет по-настоящему великого правителя. Но вы увидите, как всем народам захочется такого правителя. Вы это можете найти в главах книги Откровения. Во всем этом говорится там. Это для нас не секрет. То, что мы увидим в ближайшем будущем, находится в Библии. Об этом говорится там. И это поколение не пройдет, пока это не осуществится. Я не пророчица, но я вижу, я верю Божьему Слову. На нем утверждается вся моя жизнь. Это скоро придет. Единственная сила, удерживающая начало этих событий, это сила Божьего Духа. Но я говорю вам, что я бы не пожелал остаться здесь ни единой минуты после того, как Божий Дух будет забран из этого мира. Он является единственной удерживающей силой в современном мире, сдерживающей силы ада. Представьте, что будет, когда он будет забран. Когда Иисус пришел на землю во плоти, он сказал все, что должен был сказать. Он дал нам все, что нам понадобится. Он знал, что столкнется лицом к лицу с искушением. И он знал, что встретится лицом к лицу с лукавым, с дьяволом. И перед тем, как вернуться домой, последнее, что он сделал, он дал нам силу и способность, чтобы мы не были побеждены ни в чем. Если мы хотим совершить свою работу как церковь верующих, мы не должны быть побеждены ни в чем. Наследники Божии, сонаследники Христу, которые в этом зале, помните, что тот, кто наш, больше того, кто в мире. Аллилуйя. Знакомо ли вам это чудесное общение Святого Духа?
Знаете ли вы, какая это радость исполняться Святого Духа? Я знаю это. Сегодня в этом великом харизматическом собрании вы по-новому узнаете о радости в Духе. Получите еще больше эмоциональное переживание в своей жизни в сравнении с тем, что вы имели после крещения Святым Духом. Вы получите новое переживание того, что значит подчинить свою волю воле Небесного Отца. Мы сделаем это не своими силами и способностями. Но вся слава да будет тебе. Вся слава да будет тебе за твоего Духа Святого, за силу, данную нам, за то, что ты сделал нас одним. Он хочет нас такими, какие мы есть. Он не ищет золотых, серебряных сосудов. Он ищет послушные сосуды. Он может взять обычного человека, кем бы он ни был. И он может дать ему мудрости, сделать его человеком разумения. Он дает вам смелость. Он дает вам смелость, чтобы вы один могли противостоять всем силам ада. Ваши страхи, как исполины, но вы получаете подкрепление из невидимых источников. Вы получаете силы из невидимых источников. Я не рассказываю о чем-то воображаемом. Я рассказываю вам о самом реальном, что может произойти в жизни человека. Вы удивляетесь, почему мы видим этот великий всплеск среди католиков, протестантов, среди неверующих. Это происходит в каждом народе. Что-то происходит. Что-то происходит. Я хочу, чтобы каждый в этом собрании получил откровение о том, что сегодня что-то происходит. Мне не важно, во что вы верите и каково ваше богословие. Но если вы примете то, что Бог сегодня дает, то никакие силы ада не остановят этого излияния Святого Духа. Will not stop this great outpouring of the Holy Ghost. Никто не мог сравниться с Катрин Кульман. В 1937 году, когда она была еще пастором своей церкви в Денвере, к ней приезжали различные приглашенные проповедники, многие прекрасные проповедники, возглавляющие харизматическое пятидесятническое пробуждение до сих дней. Среди них был человек по фамилии Олтри, которого она влюбилась, хотя он был женат на своей первой жене, но она не знала этого тогда, потому что Олтри солгал ей. Олтри развелся со своей женой и бросил своих детей. Он приехал с Катрин Кульман, и они поженились в штате Айова. Это было большой тайной жизни мисс Кульман, ее ошибкой. Тогда она сказала своей церкви в Денвере, что собирается выйти замуж, все ее друзья, даже проповедники. И другие проповедники, услышавшие эту новость, говорили ей: «Катрин, вы совершаете ошибку, не делайте этого». Но она все равно это сделала. Она поехала в Айову, и они поженились. Прямо посреди церемонии венчания Катрин Кульман лишилась чувств. Она немного отдохнула и потом вернулась со словами: «Я пришла в себя, я хочу выйти за тебя замуж». Она вышла замуж за господина
господина Уолтрипа. История рассказывает нам, что после окончания церемонии венчания, после праздничного обеда, они поехали в гостиницу, чтобы переодеться перед свадебным путешествием. Тогда она выскочила из машины перед тем, как ее новоиспеченный муж успел навести мотор, и побежала к своей подруге со слезами. «Я совершила ошибку». Муж пошел следом и забрал Катрин, уведя ее от ее призвания и ее судьбы на целых 8 лет. В конце концов, со временем они развелись в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где она несколько лет бывала в церкви у сестры Макферсон. В ее жизни наступил момент, когда она поняла, что больше не может жить господином Уолтрипом и одновременно быть послушной Божьему призыву. Много раз люди видели сцену, когда Катрин сидела на сцене и плакала. Некоторые думали, что это помазание, потому что она имела, в своей жизни. И на конкретном собрании это было причиной ее слез. Но в действительности она плакала, потому что знала, что она не исполнила Божью волю. Она рассказывала, что в день развода она умерла в Лос-Анджелесе. Она назвала это днем, когда Катрин Кульман умерла. В тот день она со слезами воззвала Богу и сказала: «Я сделала все, что могла. Все, что осталось у меня в жизни, это моя любовь к тебе. Если ты можешь использовать мою любовь, используй ее». В тот день Катрин оставила своего мужа, переехала в Пенсильванию, город Франклин. Там люди любили ее. Она выступала по радио, но затем она все же выбрала жить в Питтсбурге вместе со своей подругой Мэгги Харт, ставшей ее секретарем до конца жизни. Ее спрашивали: «Катрин, почему ты оставила Франклин и уехала в Питтсбург?» Она ответила: «Я бы никогда не сделала этого. Эти люди были так добры ко мне, и я бы не оставила ее. Я могла бы уехать только, если бы крыша моей церкви обвалилась. Но в ту ночь упал сильный снег на крыше церкви, и она обвалилась». Так она переехала из Франклина в Питтсбург, где прожила до конца своих дней. И там была ее штаб-квартира. Она стала самой популярной гражданкой Питтсбурга и любимой многими людьми, за исключением нескольких пасторов в самом начале. Она начала собирать полные залы людей, в которых проповедовала. Люди часами ждали ее на улице, чтобы попасть внутрь. Мисс Кульман начала служение исцеления. Ее служение исцеления в Пенсильвании началось с того, что она стала говорить о личности Святого Духа, о том, какой он замечательный и великий. Однажды встала одна женщина и сказала: «Мисс Кульман, у меня есть свидетельство». Катрин сказала: «Да, пожалуйста». Та продолжала: «Прошлым вечером, когда вы проповедовали, опухоль, доставлявшая мне проблемы, прошла. Я пошла к врачу, и вот его отчет». Затем она поднялась, затем поднялся мужчина на другом конце зала и сказал: «Мисс Кульман, у меня есть свидетельство. Я был слеп 22 года, но вчера во время вашей проповеди зрение вернулось ко мне. Теперь я вижу, и у меня зрение 20/20. Так началось служение чудес Катрин Кульман. Она никого не хотела касаться руками, даже на служениях чудес. Она хотела, чтобы люди верили, что получали исцеление от Бога, а не от нее. Когда же одни исцелялись, она просила их выходить на сцену со своими свидетельствами и воздавать Богу славу. Если бы вы оказались на служениях, вы бы увидели сотни людей, поднимающихся на сцену, получивших исцеление на служении чудес, продолжавшихся 4-5 часов. Мы располагаем одним прекрасным эпизодом. Это происходило в последние годы ее жизни на Иерусалимском собрании Святого Духа. По ее виду вы можете догадаться, что она уже не совсем здорова. Болезнь начала дурно влиять на нее. Однако вы услышите истории, которые она рассказывает, вы видите ее любовь к людям и также чудеса, происходящие там, где собрались вместе представители европейской, арабской и еврейской общин на этом замечательном собрании в Иерусалиме. Иисус, я славлю Тебя. Я славлю Тебя. Это стоит дорого, но это стоит своей цены. Это стоит всего. Если вы действительно хотите знать эту цену, если вы действительно хотите знать цену, но это будет вам стоить всего. Всего. Катрин Кульман умерла очень давно. Я знаю день и час, когда умерла Катрин Кульман. Where Catherine Coomey died.
Но не думайте, что это было просто. For me, it was easy. Because I had no... Потому что я не хотела этого. Встаньте на это. You could now. Вы можете. Это просто невероятно. Пробеги туда, пробеги. Пробеги туда. Возвращайся. Давно ли это у вас? 2 года. Вы приехали из Германии? Сегодня днем вы приехали из Германии. Вы ожидали, что это произойдет? Вы просили почтиться за вас, верно? Я не понимаю немецкого, и вы не совсем понимаете меня, но Дух Святой прекрасно понимает нас обоих. Мало из вас, кто знает, откуда я родом. Из маленького городка в штате Миссури, населением 12 тысяч человек. И у меня нет ничего. Я родилась, не имея никаких талантов. Большинство людей рождаются, имея нечто. Тогда же я родилась, у меня не было даже волос на голове. Однажды я взглянула на небеса и сказала: «Чудный Иисус, у меня нет ничего, у меня нет ничего, чтобы дать тебе, кроме моей любви, и это все, что я могу тебе дать. Я люблю тебя всем моим сердцем. Я отдаю себя тебе, жертву живую. Если ты можешь принять ничто, возьми меня». Он не ищет серебряных сосудов, и ему не нужны сосуды золотые. Ему нужны вы. Кто здесь у нас, Джимми? Скажи мне. Это человек из Турции. Ему провели операцию на колене. Удалили коленную чашечку. И ему нужна была еще одна операция. Но сегодня его колено было чудесно исцелено. Коленная чашечка. Да, коленная чашечка была удалена. И еще нужна была одна операция. Садите ногу. Вы не чувствуете боли? Коленная чашечка была удалена. Смотрите, это человек из Турции. Его коленная чашечка была удалена, и он стоял на очереди на новую операцию. Господь исцелил его. Я еще не знаю, дал ли он ему новую коленную чашечку или нет, но он сгибает ногу. Встаньте теперь на колени. Поднимитесь, теперь поднимитесь. Turn around and run over there. Go on. Повернитесь и пробегите туда. Come on over there. Возвращайтесь. Is there no pain here at all? Вы не чувствуете боли? No discomfort there whatsoever. Я не чувствую никакого дискомфорта. Вы верите, что такое случилось с твоим папой? You mean you didn't believe this could happen?
happened to your daddy? Ты веришь, что такое могло случиться с твоим папой? Сколько тебе лет? 14 years old. 14. The family is from Turkey. Моя семья приехала из Турции, верно? Did you think something might happen to your daddy? Ты веришь, что с твоим папой что-то произошло? Ты рада этому? Повернись и скажи это всем. Разве не прекрасно, что Иисус исцелил его? Его тело получило исцеление от Божьей силы. Но это еще не все. Он еще принимает от Бога. Это сила Духа Святого. Я кое-что очень коротко объясню вам, прежде чем буду молиться. Я хочу, чтобы вы знали, что я буквально видела тысячи людей, закланных силой Святого Духа. До недавнего времени я не понимала силы Святого Духа. Но я знаю одно. Патрин Пульман не имеет никакого отношения к действию силы Святого Духа. Пожалуйста, верьте мне. Здесь есть те, кто будет умолять меня, просить, коснитесь, пожалуйста. Но это не мое прикосновение, это его прикосновение. Я уверен в этом. Одно я могу обещать вам, одно я знаю. Вас исцеляет не мое прикосновение, не Катрин Кульман, а сверхъестественная сила Духа Святого. И то, что происходит сегодня в этом зале, в этом великом здании, произошло однажды с апостолом Павлом недалеко от места, где стоит это здание. Я благодарю тебя за силу Духа Святого. Сегодня мы увидим чудо в этом доме. Такое случилось с Павлом по дороге отсюда. Это в точности то, что произошло с апостолом Павлом. Подумайте, как это замечательно. Мы воздаем тебе честь, мы воздаем тебе славу. Я знаю, что сила Духа Святого здесь. Вы не чувствуете боли. Вращайте головой вверх и вниз. Павел направлялся по дороге в Дамаск. Увидел Божью славу. Он был заклан силой Духа Святого и лежал распростершись на земле. Никто из нас не смог бы устоять на ногах там, где это происходило. Я считаю, что в такие минуты многие из нас спрашивают, что это такое? Я могу не понимать, что происходит. Я могу не знать, что происходит, но это явление Божьей славы. Это происходит сегодня. Это происходит сегодня, и это замечательно. Я не понимаю, как это происходит. Я не знаю, как это происходит. Но мы свидетели происходящего. Поднимите ее. Качайте ее, вращайте ее. Теперь воздайте славу Господу. В автомобильной аварии получила перелом ноги. Как давно это было? Это случилось в 1968 году. Что было после этого? После этого я чувствовал сильную боль в правой руке и плече, которая расходилась в шею, спину и ноги. Связки были растянуты. Это захватывало спину и руки. Я не могла поднимать руки в руках более 2 килограмм. Я постоянно испытывала боль. И не могла уснуть. Вы видите черные круги под глазами. Все это Божья сила. Сегодня день восстановления. Это не просто пробуждение, мы видим духовные плоды и дары.
Дорогая, вы никогда не могли вставать на ноги. Я так рада, что Боря оставила меня. О, Иисус! Вот только что была, и вот ее нет. Боль прошла, я была полностью исцелена 2 дня назад. Боль прошла. Служение Катрин Кульман расширялось очень быстро с помощью телевидения и радио. Каждый день по радио она начинала передачу словами: «Люди, вы ждали меня?» Каждое воскресное утро выходила в эфир ее передача «Я верю в чудеса» через компанию CBS. Она была всегда красиво одета, когда появлялась в студии CBS в Голливуде. Люди в студии и в Голливуде были всегда заинтригованы Катрин Кульман. Люди говорили, что они буквально чувствовали, как она входила в студию, в здание. Они говорили: «Пришла Катрин, это женщина». Женщина уже здесь. Я говорил с одним человеком, позже получившим спасение, который сказал, можно было чувствовать, как она приходит, как уходит. Она приносила что-то с собой. Я вспоминаю историю о том, как Катрин Кульман оставляли персональный вход и выход в аэропорту в Питтсбурге. Если она приезжала, как все остальные люди, то поскольку она была слишком известна, люди окружали ее и просили: «Мисс Кульман, помолитесь за меня. Она начинала молиться за больных походов. Ходу в самолет, направляюсь к месту ее следующего служения и оставляю за собой череду людей, лежащих на полу. Неожиданно появлялись полицейские с вопросом, что произошло с этими людьми. В аэропорту утечка газа. Они поднимали тревогу, а Катрин Кульман шла дальше в аэропорту, оставляя за собой десятки людей, лежащих на полу. Другие люди спрашивали, что с этими людьми. Таким образом, ей выделили отдельный вход и выход из аэропорта из-за всех людей, желающих не пробиться. Катрин Кульман рассказывала, что она ходила зад и вперед за занавесом перед началом служение чудес, как будто бы умирая 1000 раз подряд. Она рассказывала, что хотела опустошить себя, потому что она знала, что многие люди приходят на собрание с последней надеждой, что если мисс Кульман не сможет помочь им, то они умрут. Рано увидят смерть, не увидят, как растут их дети, не смогут нянчить внуков. Она знала это и знала, что ничего не может им предложить. Вот почему она оставалась послушным сосудом, как она себя называла. Это был не золотой, не серебряный, но послушный сосуд, который был нужен Богу. Лучшее, что она могла, это подчиниться Богу и указать каждому человеку на него. Мисс Кульман умерла в 76-м году в феврале в Тулсе, штат Оклахома, от сердечного приступа. Она проведала каждый месяц многие годы в Лос-Анджелесе и также в Пенсильвании. Люди часами выстаивали в очереди каждое утро, и только когда открывалась дверь, они врывались в здание. Меня удивляет то, что люди врывались так резво, как будто бы им не требовалось никакого исцеления. Люди бежали на перегонке, чтобы занять места в зале. Катрин проводила служение по 4-5 часов, и она говорила: «Я не уставала. Я не имею никакого отношения к происходящему». Другими словами, она говорила, что все это делает Бог. Что все это слово знания, слово мудрости от Него. И когда люди исцеляются, они исполняются Божьим Святым Духом. Перед своей смертью она провела замечательное служение, когда мэр Лас-Вегаса пригласил ее приехать в ее город. По поводу этого в городе закрыли все, что можно. Казино, госучреждения и сосредоточили все внимание на приезде Катрин Кульман в город греха. Она провела прекрасное служение. Тысячи людей получили спасение на этом служении. Она съездила в Эль-Пасо, Миннеаполис, Сент-Луис, Нью-Йорк, была во Флориде и Майами. И много других мест. Ее расписание было таким насыщенным, что до конца ее жизни никто не мог жить в таком режиме. Возможно, она понимала, что ее жизнь подходит к концу. Когда она дошла до точки, когда уже не могла больше проповедовать, она просто упала за занавесом зала после собрания. Ее быстро доставили в Тусу, в отдел сердечно-сосудистой хирургии больницы Сент-Джон. Орел Робертс с сыном пришли помолиться за нее. Когда же они пришли, она сказала: «Не молитесь за меня». Она указала им на дверь. Сказала: «Я хочу пойти на небеса». Орел Робертс рассказывал: «Я знал, что там была исцеляющая Божья сила. Она могла исцелить ее, но она сделала свой выбор. И в тот день она пошла, чтобы быть с Господом». Орел Робертс имел честь проповедовать на ее похоронах. Не было никого подобного Катрин Кульман. Среди всех проповедников, которых я видел, не было никого равного ей. Последние строки, написанные мисс Кульман, я прочел, находясь в церкви университета Орел Робертса. «Мир называет меня глупой за то, что я верю в то, что никогда не видел. Но я говорю вам, что я видела его лицом к лицу. Со
на самом конце я бы хотел бы сказать, показать вам сцену призыва к покаянию на собрании мисс Кульман. Она там говорила: «Придите к Иисусу, пожалуйста, придите к Иисусу», и тысячи людей бегут вперед. Многие из вас, быть может, пришли к Господу благодаря мисс Кульман через радио и телеслужение или на обычном собрании. Мы безмерно благодарны Богу за то, что Катрин Кульман была с нами и ходила по этой земле. Мы скучаем по ней, но знаем, что однажды снова увидимся с ней и скажем спасибо за цену, которую вы заплатили, и за служение, которое вы передали нам. And we say, one day we'll see her again and tell her face to face, we thank you for the price you paid and the ministry that you gave to us. Born again. Кто из вас рожден свыше? Кто имеет это славное переживание рождения свыше? А кто хочет иметь это чудесное переживание? Оно мне дороже всего, всего, что есть на свете. Мне знакомо переживание рождения свыше. Я бы хотела быть частью тела Христова, частью Его церкви. Я хочу знать своего славного Небесного Отца, ощущать Его любовь и уверенность, которые приходят свыше от Него. Некоторые из вас никогда не имели этого прекрасного переживания. Но чтобы иметь спасение, каждый должен родиться свыше. Приходящего ко мне не изгоню прочь. Бог призывает вас и продолжает это делать. Поднимите к Нему свой взор. Расстрите к Нему свои руки, не стыдясь, но уверенно скажите: «Дорогой Иисус, войди в мое сердце. Прости мои грехи. Возьми меня таким, какой я есть. Я отдаю свою жизнь Тебе. Тело, душу и дух. Используй меня во славу Себе. Во имя Иисуса. Аминь». Я молюсь, чтобы в этот момент Божий Дух засвидетельствовал вашему Духу, каждому мужчине и женщине, что вы перешли от смерти в жизнь. О Дух Святой, я пою Тебе, я люблю Тебя. Поднимите руки, те, кто ищет Его. Мы всегда пребудем с Господом. Он уберет от вас всякое разочарование, любое огорчение, любую боль. Мы стоим в Его чудесном присутствии. Мы видим Его лицом к лицу. Ты не переставал любить нас все эти годы. Мы в точности знаем это, дорогой Иисус. Мы доверяемся Тебе. Мы знаем это. Мы верим Тебе всем своим естеством. Мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на Тебя. We've done it the best we've known how. Катрин Кульман родилась 9 мая 1907 года и умерла 20 февраля 1976 года.